Всем добрый день. Привели тебе сегодня бойцов. Так, ну что? Что с ними будет происходить? Все то же самое. Тренировка, проверка навыков, подготовка к боям. Смотри, задача такая, что ты атакуешь его, да? А он тебе будет указывать твои ошибки. Угу. То есть он будет уже, его задача только, знаешь, как контратака. Угу. То есть твои ошибочные движения он будет показывать, и он будет тебя наказывать за твои ошибочные движения, чтобы ты понимал. Потому что словами объяснить это одно, а показать это совершенно другое. Он сначала будет показывать, потом разъяснить. Не-не-не. Я просто боремся дальше. Там. Да, ты, допустим, ну, начинаешь что-то делать, да, там раз, допустим, ногу поставил, он тебе там, о, нога неправильно стоит, ага. Раз тебе раз показал, ну, сделал прием, допустим, да, там, да, показал, вот у тебя нога здесь не так стоит. То есть я понял. Вот видишь, нога попалась, ты пошел, он тебя поймал. Берешь его, дело до конца. Вот ты поймал, я все. До конца доводи прям. Взял ногу, не надо только надави плечо на колено, все. Лишние силы затрачиваешь, то есть у тебя энергия уходит. Теряешь силу, то есть ты взял ногу, отдай. Ты начинаешь вот дергать тогда, зачем тянуть, толкать. Просто или в сторону, или в пах толкать. Таким образом. Вот в твоем случае основная задача, да, то есть проявить силу свою. Ты силовик, понимаешь? Mm-hmm. То есть ты буквально должен вот валить. Ты свалил там, не знаю, то есть. Техника это со временем, да, в первую очередь, там, кто бы тебе что ни говорил, пользуйся тем, что у тебя лучше получается. Это физуха. Поймал, свалил, все. Ну, с дура тоже не лезь, потому что он профессиональный борец, да. Он, то есть, будет использовать твои ошибки, он их все равно видит. Поэтому аккуратно работай, то есть, у тебя нет задачи выиграть, нет задачи победить. Твоя задача потренироваться, все. Ну, и, соответственно, у него такая же. Рука болтается, ты что? Вот. Бери рукой свою мою ногу и на меня иди прям. Да? Понятно, да? Да, вот используй силу. Смотри, просто взял. И тебя надернул, как будто я тебя блокирую. Во, во, во.
Нормально? Ага. Еще секунду. Здесь попроще, я нашел. О, тебе надо было эту ногу просто оттянуть назад, оттяни ее. О, я бы ушел его назад. Понял, а? У тебя физики больше, чем у меня. Ты как бы за счет физики масса надавил бы на меня. Еще причем, я упал. Все нормально, конечно. Там хватит. А он и синий. Сергей, чуть поспокойнее, чтоб это. Смотри, стой. Давай сразу все. У тебя нет задачи победить его. У тебя задача просто побороться. Тут нет понимания, кто выиграет, кто проиграет, да? Понимаю. Да. Ты как бы сразу прям, прям пытаешься. Не надо, просто поборись. Просто попробуй для себя. Ты физически развит? Физически сильно развит. Давай чуть поспокойнее поборись. Все, хватит. Ну что, как тебе, да? Сергей? Нормально. Молодец. Не разогрелся, правда. Отдышка. Устал. Для того, что разогрева не было. Нормально. Да, вот сегодня все те три парня, которые пришли попробовать свои силы, провести тренировку, то есть в новом пласе попробовали борцов, так скажем. Попробуем их еще. Задачи нет. Выиграть, проиграть. Задача есть понапрягаться, и все, чтобы было понимание, там, вот он выиграл тех, выиграл этих, нифига. Я даю бороться, я смотрю, я им даю советы после этого, кто бы что бы как ни воспринимал. Тебя не выпустят передачу, если будет особая жестокость, понимаешь?
такого не буду делать, бросок, конечно, пожалею. Все, следующее. Спасибо. 2 года примерно вообще не боролся, даже не пробовал, шею не качал, ничего. Сегодня было, конечно, тяжко, но интересно. Вспомнил старое движение. Конечно, почти ничего не получилось, но в любом случае опыт интересный. Тем более с таким здоровяком, как с Максом постоять. Есть высокие, хорошие борцы. Вот. Например, Буйвайса Сатиев, он вообще он же довольно худой и высокий. При этом он сколько раз выиграл у всех. Так что ну, не это важно, важно тренироваться. Я занимаюсь боксом, а не борьбой, поэтому ну, шансов у меня было не то, что мало, их вообще не было. Завтра, Серега, почувствуешь, как шея болит. Вот этих всех нагрузок. Уже немного чувствую. Да? А она завтра заболит. Блин, опыт вообще-то как бы колоссальный. Я вообще как бы не борец, я вообще никогда не пробовал бороться. Блин, мне очень понравилось. Еще понравилось, как бы. Я, конечно, не видел шансов и как бы и не вижу с Максом Самоселовым бороться, но такая мощь давит. Попытаюсь что-то сделать. Ну, мне понравилось на самом деле. Борьбу перейду. Но тебе все же бокс больше нравится. Ну, вообще, да. Может быть, потому что все-таки немножко удар есть, поэтому я его все-таки пытаюсь донести. Я все-таки думаю, его когда-нибудь донесу. Расскажешь, да? Нормально? Да. Ну что скажешь? А? Ну, шею подгрузил всем. Ну, здоровый дядька еще масса решала в этой ситуации. Да. А чем ты с ним ну, тоже так же двигаться стал, ну быстро? А зачем? Ну как бы, у нас же в первую очередь тренировка. Нет такой задачи, что вот, прям выиграть и все. Я, ну понимаю, что я этим занимаюсь постоянно, парни пошли себя попробовать. То есть, соответственно, надо ну, немножко подстроиться под них, дать им поработать и все. Всем добрый день. Всем добрый день. Вот. Ну что, как тебе борьба? Как опыт такой? Да, видно, что ну, ребят уже класс намного выше. Там есть свои фишки, которые я как бы вообще впервые видел, да, там. То есть я так с таким уровнем, скажем, не работал. Но когда тренируешься с хорошими борцами, бойцами, сам становишься постепенно тоже, ну, профессионалом, так сказать. Так что я вообще рад, что сюда попал, потренировался, но все было круто.